Футбольный вечер. Комментаторский сегодня привычный вам дуэт Константин Генич и Георгий Черданцев. Турецкий футбол на ваших экранах. Суперлига Тото в прямом эфире. Захватывающая игра нас ждет, и это здорово. Очень хорошая игра у нас сегодня может получиться. Ничто этому не мешает. На экране состав команды «Хозяин». Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Мы видим состав команды гостей. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Много болельщиков сегодня мы видим на трибунах, это радует. Спасибо им за то, что они выбирают футбол, несмотря на то, что билеты, к сожалению, становятся все дороже и дороже. И наш матч начинается. Уверенная игра в отборе. Эдин Вишча. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Пошла подача в штрафную. Выше проходит мяч. Хороший удар, но точности немного не хватило. У них много вариантов для этой атаки. Главное держать темп. Отличный момент есть. Хорош вратарь. Как классно он с этим ударом справился. Очень-очень здорово сейчас проявил себя вратарь. Центр штрафной, мяч с углового летит. Все верно, выносит он мяч из своей штрафной. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство.